Только что с почты пришла очередная посылочка. Будем открывать. А тут вот такие вот железочки у нас. Интересные. В одной посылочке две посылочки пришло. На врезке я там. Ссылочки будут под видео закреплены. Откуда это все взялось. Всегда на своих видео я, если что-то где-то беру, оставляю ссылку. Вот так она и показана. Закреплено пользователем. И вот они ссылочки. Здесь сайт, потом Инстаграм и еще один сайт. Так что можно легко связаться. А потом уже идут все остальные комментарии. Риша, спасибо. Все дошло довольно быстро. Будем раскрывать. И сразу же, чтобы не откладывать долгий ящик, обзор на коленки. Это траверса 43 сантиметра на 24 сантиметра. Вот ее размеры. Толщина крючков 4 миллиметра. Вот они. То есть довольно упертые будут. Тут вот такой вот подшипничек есть. Сейчас я ее соберу, и мы все увидим. Да, ножки тут у нас где-то миллиметра, грубо 2-3 резинка, обрезиненные. И сейчас собираю. Так, собираем. Собирается все тут просто. Сверху подшипничек. И гаечка. Ну, естественно, когда мы крутим, на подшипнике все это прокручивается и происходит подтяг. Решил сразу, не откладывая в долгий ящик, снять. Вот есть такой сайт дом220.ru. Списался, тут он телефончик, тут же вам ответят. И заказал вот таких вот две позиции. И мне их прислали. Предназначена для кузовного ремонта. Вот она, гребеночка под волну, под споттер там или еще под что-то. Это одна позиция. И вторая вот такая траверса. То же самое, это кузовное. У меня идея есть это все немножечко переделать под нужды без покраски. Основание здесь 60 на 60 миллиметров. С этим пока все. Ну, еще небольшая врезка. Когда надо было, но нечем. Вот такую я халабуду примерно сделал. Сделано из паркета. Теперь на замену вот этому пришло вот это. Тем не менее, при всех минусах этой деревяшки, что-то где-то криво, косо, но тем не менее она у меня сработала и работала, пока вот я не увидел. Оказывается, есть все это в заводском исполнении. Вот вторая часть посылочки. Вот в таком виде. Будем собирать. Так, одна часть есть. Тут уже 5 гребеночек. Переставляется это все в любое положение по вот этим вот выборкам. Вот он у нас рычаг есть. Если надо, мы можем вот так вот такое вот это все дело подтягивать. И оно подтягивается вниз, либо отпускается. Такой универсальный, как раньше был семейный ключик на велосипедах. Просто и в то же время
эффективно. Здесь у нас есть барашек для того, чтобы вот эту ногу можно было использовать, если нужно, как упор. Вот, а если нужно, перекрутить и использовать ее как рычаг. То есть универсальный такой момент присутствует. Значит, с одной стороны барашек, а с другой стороны все собрано вот на таких гаечках с пластиком, чтобы само не раскручивалось. Вот так собран, значит, мост. Есть другое положение, рычаг. Переделывается легко и просто. Откручиваем барашек, откручиваем гаечку. И вот он у нас уже рычаг. Как надо, мы переставляем, регулируем наше усилие. Вот так это все выглядит. Давайте теперь пройдемся по размерам. Опоры тоже на резиночках. Опоры здесь уже 8 на 8 сантиметров. Здесь, наверное, троечка. Длина его 50. Высота ножек, ну, где-то 23 сантиметра. Вот так вот это все выглядит. Берем, крутим, вертим и работаем. Еще один моментик. Вот эти ноги здесь есть. Достаточно много отверстий. Можно менять их расположение. Ставить так, как надо. То есть надо, мы их сблизили, надо, мы их раздвинули. Вот. И этим самым добавляется еще несколько степеней свободы для удобства работы. Поскольку на машинах сейчас профили везде разные, сложные. И есть возможность рычаг, это траверса, она как трансформер, подбирается под ту зону ремонта, которую надо ремонтировать, что тоже, в общем-то, немаловажно. Сразу же решил проверить, а вдруг резьба подойдет, и вместо вот этого можно приделать вот это. Но, к сожалению, тут гранаты чуть не той системы. Здесь резьба меньше, здесь у нас резьба побольше. Ну, ничего страшного. Можно сделать переходник, поскольку тут высота большая, и переходник, допустим, займет какое-то место, там 2, пусть 3 сантиметра. Ничего страшного. Это все допускается. Вот еще один момент. Я думаю, может, кого-то заинтересует. Вот такая. Тут есть и видео, и фото, что это из себя представляет. Кому-то может идея пригодится, кто-то может сам себе сделает, кому-то может быть и понадобится.